Есть, опять-таки, если говорить о горизонтах планирования, есть разные горизонты планов, есть перспективные, это годовое и выше, 5-10 лет. Это ответственность главного инженера, главного механика, то есть людей, которые отвечают за стратегическим планированием. Есть текущее планирование, годовое, месячное, остановочный ремонт внутри года. И есть, соответственно, я думаю, что для многих такое понятный термин – это расписание. Но вот именно процесс расписывания, то есть определение графиков в расписании, он на многих предприятиях полностью отсутствует. Да? То есть как бы есть план ППР на год или на месяц, а расстановка людей по рабочим местам, по, соответственно, по бригадам, она как-то выполняется мастерами непрозрачно. То есть кто-то занимается, но именно понять, сколько людей у вас выходит в смену, там бывает сложно. То есть как минимум три уровня планирования: перспективное, текущее и расписывание. Опять-таки мы говорим о современных системах управления, да, то есть как бы часть этих подходов оно реализовано и у вас, просто неформальными какими-то способами.